Ладно, короче, ребят, паспорта в руки не даем. Пускай они списывают вручную, фотографировать им паспорта тоже не надо давать. Все показываем с рук, ни в коем случае документ, удостоверяющий личность, им не передаем. 50 метров между собой соблюдаем, 54 ФЗ не нарушаем. Ты встань, я с ней пошла. Окей. Не-не-не, ты пойдешь. Да нет, я одиночка, мне хорошо. Сейчас спокойно стоял в одиночном пикете, никого не трогал, ничего не требовал ни от кого. Подходит какой-то неизвестный мужчина, срывает с меня значок, рвет мне куртку. Потом я иду за ним, прошу его сказать, кто он такой. Он начал меня хватать, попытался повалить на землю. При этом, когда он подошел, он изначально обратился ко мне по имени Александр. То есть он знал, как меня зовут. Фамилия? Зык Александр Вячеславович. Ну, поскольку мне порвали куртку, первым делом, что я сделаю, это пойду в магазин и куплю себе новую. Поскольку провокации от администрации для меня не являются чем-то новым, я уже сталкивался с подобными ситуациями, я буду продолжать делать то, что считаю нужным и необходимым. 28 января я точно так же выйду на акцию протеста забастовки избирателя Алексея Навального. Сегодняшняя акция хорошо прошла для провокаторов и, к сожалению, не очень хорошо прошла для нас. Но завтра мы снова выйдем, завтра мы снова будем делать то, что делали сегодня, и завтра мы сделаем это лучше, потому что все провокаторы, которые сегодня собрались, завтра не побоятся прийти.